Ну, короче, вот. Делать мне нечего. Короче, вот я пчелку купил, ты это знаешь. Болгарку купил. Че такая болгарка? Блин, уже она мне столько помогла. Потом купил тиски. Тиски купил. Четкие, с наковальней, короче. Вообще ништяк. Недорогие. Потом Владик шуруповерт принес свой, короче, как и обещал. Я купил еще лобзик. Ну, это давно уже, можно сказать, купил. А сегодня я купил опять целую стопку реек, короче, как обычно. Лист ДСП там, туда-сюда, короче. Потом я купил вот такую штучку. Это, короче, экономить клей, короче. Постоянно я не могу по баклажке покупать на один заказ. Так, это бочоночка от него, короче. Бак. Сам пистолет, короче. Такой четкий. Тоже Янгиюрский. С Апатского района. Это, короче, вот так вот соединяется. И будет у меня пистолет с клеем, короче. Потом. Ну, это мелочи. Это тоже мелочи. Еще одни бокорезы взял. Рулетку я взял еще одну. Потому что, блин, я думал, это хорошая рулетка. А она это уже приезжает, короче. Ну вот, капец ему, короче. Вот-вот и сломается. Да. Потом взял большой список, короче. Ну ладно, это все хуйня. Потом, наконец-то я взял себе гвоздомет. Наконец-то. Я его так долго ждал. Теперь у меня не только скобы стреляют, короче, а теперь еще и гвозди стреляют вообще отлично, короче. Еще он и побольше, оказывается, нифига себе. Ништяк, сейчас его поставлю, короче. Потом. А, ну это гвозди егошние, короче. Заряд бодрости. Вот такие гвозди. Сейчас как раз мне вот на этот заказ понадобится стопудово. Короче, нас ждут великие дела. Великие дела нужны. Блин, такой беспорядок, короче, вообще капец. Надо вот наводить порядки. Кстати, еще поставили окно. Поставил второе окно. Поставили дверь, бля. Тут я под шланги крепление такое. Тут, короче, компрессорчик, который перенес я вот сюда. Теперь он у меня стоит вот здесь, я, короче. Блин, жалко его не видно, короче. Ну вот здесь он. Вот. Спиралек вот у меня нету. Спиральки мне чуть-чуть осталось. Зато пружины вон сколько. Здесь, там. Кошма, пошма. Поролончик. Целая стопка. Бля. Это вот материал еще, который я буду делать. А, это Владиковский материал. Вот это хороший. А это вот, который мне делать. Вот такой. Вот с таким, короче. Такой с таким. Темный и светлый. Вот.
документы здесь у меня все. Все как положено. Как мороженое. Вот такие вот пироги, пока ты со мной не разговаривала, короче. Вот. Ну теперь вообще ништяк, короче. Нас ждут великие дела. Осталось еще... Так. Два инструмента. Свой шуруповерт один, короче. Еще один. И фрезу. И танчик один, и все. И перфораторчик, короче. И все. И все, и все, и все, и все. Ну, возможно, может быть, потом когда-нибудь поменять компрессор надо. Этот слабенький, маленький. Я не знаю, как он с клеем себя поведет, но по идее должен, да, по-моему. Ну, пистолетик, короче, четкий. Пистолетик четкий. О, как долго закручивается. Вот такой вот, да. Пс, пс, пс. Будет дуть, короче. Пс. Что-то написано еще там, понимаете. Пс, пс. Ха-ха. Единственное, что не учел, короче. Ну ладно. Единственное, что не учел. А, здесь вот есть, все нормально, оказывается. Все. Потихоньку инструменты прибавляются. Вот такие пироги мне.